Нет, в середине, но он отпускает. Первый раз бывает, сейчас не поймешь. Первый раз так делаю. Назад? Да, да, я тоже. Прошу. Главное не головы, а пол. О, хорошо. Круто вообще. Не приходит прийти в перекол. И куча сразу играть. Защита сыграл и перекат назад. Мяч перекат. Вот так. Почему мы не можем играть в защите? Потому что элементарных вещей не знаю. Вот, я же простите. А сейчас мы не делали? Сейчас такое. С легким акцентом на носки. Должно быть средней силы тяжести. Упражнение достаточно быстрое. Но ножки не разводим, чтобы коленочки и стопы были вместе. 20 раз. Наверное, молодцы. Чем ниже нога, тем сложнее. Тяжело поднимать и выше ногу будет легче. Рука вдоль уха идет, какая-то педиатрия. Акцентирование рук пухать поднимает. Прям наказывался. Прям вообще. Ответственно.
не кидаем. Как это нужно делать? Что видеть таких? Где надо поставить? Чтобы сами занимались. Лучше положить носочек акцент, как ремень в защите. Барьеры всегда очень внимательны. Они даже маленькие.
бил, да и по ногам больно. Поэтому с центрации нужно держать всегда до последнего барьерчика. Не торопитесь. Сначала делаем три раза. Первый раз пробуем, второй подстраиваемся, третий делаем уже поактивнее, если есть желание. Для нас данная техническая сторона исполнения умеет управлять своим телом. Пока скорость не главная. Просто не попробуйте, кому тяжело можно сделать, по-разному, а в одну сторону, в другую. Это вращение этой координации, чистой главы. Да, вообще не сможет. А что, нет, давайте. Здесь работает стопа. Вы прыгаете на стопе. У вас голеностоп, причем мы прыгаем стопу, убираемся. И мышца на бедренную стопа. Это не важно, да? Ты так просто шагаешь, как ты прыгаешь. Не шагаешь. Ты сейчас шагаешь, как ты. Нет, начинаем с одной стороны. У вас не так много. Да, хорошо. Да. Больно на ногу.